Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Абросимов Артем, и со мной игрок команды Стройснап Электро Роман. Команда Романа сегодня победила команду Юность в очень упорном и очень интересном матче, в котором сначала выигрывала, потом уже была ничья, ну а потом уже в конце в самом забили гол и одержали победу. Роман, вообще как оцените действия своей команды? Все-таки в первом тайме отлично смотрелись, во втором немного хуже, но смогли победить. Ну, в первую очередь, спасибо команде соперников за достойный матч. Вот. Игра была очень напряженная, если честно. Первый тайм, да, у нас получился незаурядный. Хорошо отыграли начало, продолжили так же. Второй матч, да, подрасслабились немножко. Ну, слава богу, в конце матча результат мы выровняли и забрали победу. Да, согласен, в первом тайме отлично выглядели, и второй гол тоже, третий гол, прошу прощения, отлично забили. И поздравляю вас, в общем, с победой, отличную игру вы показали, безусловно, надо выразить благодарность команде «Юность», тоже отлично смотрелось. В общем, спасибо вам большое, удачи и всего хорошего, спасибо, поздравляю еще раз.